Завтра тест. И что? Ты готовиться будешь? Не, это же литра. Надеешься на авось? Перестань выдумывать слово. Авось – древнерусское слово, которое появилось в 12 веке. Считается, что оно образовалось путем соединения союза «а» и указательной частицы «оси», которая раньше означала «вот». Затем между ними появился предлог «в», потому что так было легче произносить. Еще позже окончание сократили и добавили мягкий знак. В итоге и получилось «авось». Сначала оно имело скорее указательную функцию «а вот гляди», потом в разговорной речи приобрело смысловую окраску «может быть», а позднее появилось значение «неоправданной надежды». Рассмотрим примеры из русской литературы. Видали и башкирцев, и киргизцев, авось и от Пугачева отсидимся. Александр Сергеевич Пушкин, «Капитанская дочка». Или «вот я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове, и авось ты испаришься». Федор Михайлович Достоевский, «Братья Карамазовы». Да ладно, ты серьезно? Авось это надолго.